Всем привет! Вы на канале Game Demon, и сегодня я сниму для вас обзор игры под названием Зомби Цунами. Ну что, играть? Поймайте прохожего. Окей. Коснитесь, чтобы перепрыгнуть. Ага. Окей. Касаемся, прыгаем один раз. Окей. Удерживайте для длинного прыжка. Понятно. Так, ловим. Окей, поймайте прохожих. Все получается пока что. Я думаю, все уже играли в эту игру, все уже понимают, что да как да почему. Но почему бы мне не снять обзор? Может быть, получите бонус. Может быть, чего-нибудь это самое обновили, я не знаю. Теперь можете разрушать все подряд. Ничего себе, в натуре. В натуре. Ничего себе, ниндзя, это имба, оказывается. Халява. О, а как же самолет этот? Тоже? Нифига себе, блин. А там... А сейчас все абсолютно реально. Удачи. Спасибо. Вот, вот здесь вот видно то, что надо собрать 300 красных монет. Ну ладно, справимся. Окей. Все получается. Так, у нас теперь 4 этих. 4 зомби. Но. Где машины? Так, окей. Окей. Пока получается. Мусорный бак. Окей. Не это самое. Эх. Ну ладно, бывает. Цунами как раз таки. Я им тыкаю, да? Ага, окей. Окей. Съешьте 10 человек, это хорошо. Это хорошо. Окей. Все довольно пока что у нас. Хорошо. Ну, ё-моё. Так. А дальше-то куда? Куда? А. Не пугайте меня. Окей. У нас уже 14 зомби. Вертолет. Да что такое? Как ими управлять-то? Чтобы они не умирали. Пляж же у нас теперь открылся. Ну, игра прикольная. Она что, ускоряется, по-моему? Аккуратнее. Да что, эй! Что ты делаешь? Давайте бонус. НЛО. Что оно делает? Что это оно делает? Я не понимаю. Мне кажется, ли оно ничем не помогает. Мы собрали, кстати, уже 50 монеток красных. Я думаю, то, что это хорошо. И окей, успели. Тем временем нас 11, 12. Где 11, да. Окей. А что можно за деньги прокачивать? Мы сегодня когда-нибудь узнаем, нет? Но слушайте, я иду очень даже неплохо. Нет, мы не справимся. Нас осталось 6. Это плохо. Нас осталось 4. Нас осталось 4. Замечательно. Так это же ниндзя, они должны все. Меня обманули, оказывается. Ё-моё. Чё, взять? Дешевое вино. Окей. А это хорошо или плохо, то, что вот у меня вот столько вот. Не знаю, давайте играть снова. Игра прикольная, чё бы нет, почему бы нет.
Блин, интересно, на самом-то деле, интересно. Я даже не заметил то, что она ускорялась, представляете? Она, оказывается, ускорялась. Ладно, с каждым разом она ускоряется больше и больше. Да ты, я думал, ты ее схаваешь, ты что, дурак, что ли? Ну, в самом-то деле, ну, дурак, что ли? Вот сейчас схавал. Окей. Так. Так, окей. Пляж. Не надо нам танка. На всякий случай прыгну. Окей. Окей. Нас уже 6, это хорошо. Так. Вау! Так, денежку собирают. 10 нас. Надо быть аккуратнее с этими 10. Да чё вы не съели-то его, серьезно? О! Да я не перепрыгнул, конечно, конечно. В смысле? 8 нас. 8. Маловато, маловато. Ну, уже получше будет. Не, ну, что могу сказать? Игра довольно прикольная, забавная, интересная. И даже это что-то новенькое, кстати. Ага, им все на все пофиг, окей. Окей. Не, ну это тоже хорошо. Это даже прикольнее, чем ниндзя, мне кажется. Вот. Так вот, что я говорил. Игра прикольная, да. С каждым разом она все ускоряется и ускоряется. Это довольно неплохо. А куда так много всего машин-то, ё-моё? О! О! О, пошла возня! Плюс один, минус один, замечательно. Так в смысле, что за подставы-то? Ошалеть. У нас не будет... 4. Окей, еще сколько-то там людей. Ну, я сосредоточен, я молчу. Именно поэтому я и молчу. Окей, это что? То есть это все тебя, это самое. Почему? Для чего это ты создан, блин? Не нравится мне вот это вот все. Вот это вот не нравится, вы понимаете? Что это за монстр был такой? Что значит дешевое вино? Ну, допустим. Так. Токсическая вот искра. Ну ладно. О, неужели магазин доступен? Это что? Купить яйцо, допустим. И классическое яйцо. Ага. О, господи, вот это да. Зомб-птица панк. О. Чё вы вообще? Как вам, панк? Надеть прикид, окей. Магазин, денег у нас. Что? Лотерейный билет, группа людей. Офигеть! Так, это у нас костюмы. Это новые версии. Купить плюс один. Зомби-бот, гигант Z. Мне не понравился. Дракон, я не знаю. Шары, я тоже не знаю. НЛО знаю. Золото, мех. Райдер Z. Бонус плюс 10. Монеты и бриллианты, донат бесплатно. Недоступно. Спасибо. Погнали дальше, да? Вот, блин, не знаю, получится у нас это вот это вот забрать или нет, но я хотел бы. Так. Но я стараюсь как могу. Вы все замечаете. Ну ладно. Игрушка прикольная, типа, ну, поиграть можно, даже не скучно будет. Окей, получилось, получилось. Я думал, не получится. Одну монетку забыл, ну да ладно. Окей, получается пока что все. Что-то мин довольно много, я тебе так скажу. Мин много.
Да. Зомби прикольные, игра несложная. Все довольно интересно, прикольно, прокачивай, играй, скачивай, главное. Я не проскочу, да? Нет, не проскочу. Ну ладно. Так, надо быть готовым ко всему абсолютно. Это что, бал? Ну-ка, давай-ка. Ага, автобус. Хорошо. Типа они накачаны, да? Не падай. Окей. Нас 12, как раз таки танк. Окей, хорошо. Окей, 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 окей. Ты чё, блин? Угораешь, блин, нафиг, блин? Ты шо? Обалдел, блин, совсем, блин, а? Капец, это было мега фейл, ё-моё. Ужасно. Сколько, если вы играли в эту игру, сколько у вас максимально было зомби за вот эту вот, так сказать, волну, да? Вот у меня было, я не помню, сколько было у меня. Вот, типа, сколько вот я сейчас играл, я не помню, сколько у меня было. 16, 18 у меня было. 20. У кого сколько там? Напишите в комментариях. Вот. Дракон. Что он? И все? Нифига себе, а если бы я дракона не взял? Представляете, да? Если бы я дракона не взял. А чё, все что ли? Так неинтересно. Допрыгну, допрыгну. Ой, как хорошо-то. Было бы. Ага, все замечательно. Окей, 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 окей. Окей. Все, пока что живем, живем. Но некоторые специально не допрыгивают. Что это было? Спасибо, птица. Или это не птица, я не знаю, я не заметил. Ой, вот сломать бы этот самолет было бы неплохо. Я допрыгнул. Ой, как же тут все. Я вам так скажу. Нелегко. Ой, как нелегко. Ой, как нелегко тут все. Нелегко. Я вдвоем тут играю, вы представляете, вдвоем. Офигеть, это же. Так-то долго я уже играю. Сколько вы максимально долго играли? Рекорд побил. Уху! Е-е-е. Это хорошо. Так. А у нас хватает, хватает, все нормально. И тут хватает. Замечательно было бы, если бы я сейчас не все заруинил. Так, допрыгните. Да почему не все-то допрыгивают? Вот объясните в комментариях, что я не так делаю, почему не все долетают и почему я так всираю, а? Да опять осталось два. Ну ё-моё, ну ё-моё, что такое? Что происходит? Зачем я их перепрыгнул? Может и к лучшему. Может и к лучшему. А что это такое, если нажать? А, я опять возродил. Ну ладно, зато попробовали, зато бом. Играть чуть подольше, чем надо бы. Пусть будет. Не, ну типа, сбоку-то я вижу то, что вот тут типа 62, да, все дела. Да е-мое. Вот, типа, там 62, все дела. Нет, а сколько было у вас вот здесь, вот, типа, зомби? Так, соберите толпу из 8, соберите 200 монет, осталось 200. Спасибо, хорошо. Новый рекорд. Е-е-е. Давайте вот здесь. Блин. Я ничего не выиграл. Ну и ладно. А что у меня денег так мало? Вы что, офигели? Давайте играть снова. Сыграем, может быть, последний раз, не знаю. И там уже посмотрим. Так, соберите 200 монет. Что у меня тут задание-то? Включите 10 зеленых светофоров. Чё, включить? Как? Я не умею. Получите бонусы 4. Ну ладно. Мы попытаемся хотя бы вот эти вот значки и вот эти вот монетки красные получить, да и все. Так, не хватает. Жалко, птица не считается за зомби. Было бы прикольно. Так. Окей.
Окей, это нам ничего не дало. Так, опа. Главное следить за дорогой вообще. Внимательно, главное вот внимательно-внимательно. Пляжи. Как всегда, пляжи. Ой, гигант Дзе, ну господи, а. Как же он мне не нравится. Бери, спасибо. Он вообще бесполезный. Он бесполезный. Он, хотя, не знаю. О, вот это да, вот это да, вот это да, это я понимаю. Вот это я понимаю, господи. Блин, да нас сейчас всех задавили, ё-моё. О, это мне, вот это мне хорошо, это мне нравится. Я не понимаю, как прыгать всей этой толпой, чтобы они нормально так перепрыгивали. Так, окей, здесь выжили хотя бы. Во, я переключил, да? Переключил? И тут переключил. По-моему, да, я не знаю. Я пытаюсь задание выполнять. И играть. Ну, чтобы как-то разнообразить. Опа. Хоть один выжил. Хе-хе. Самый на вид такой себе. Ну, что поделаешь, зато я задание, считай, выполнил. Главное теперь... О, переключил. Так, светофоры надо смотреть. О, переключил. Не так-то это уж и сложно. Окей. 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 Окей, все хорошо. Что рассказывайте, как у кого все закончилось? Давайте делитесь своими комментариями. Я всегда все читаю, потому что я сразу замечаю, кто что написал, кто ничего не написал. Вот. Так что давайте... Рассказывайте, как у кого там, что дела какие. Кто чем занимался, кто чем уже закончил заниматься, я не знаю. Это было сложно. Без всяких там бонусов. Я вам так скажу. Оба. Надо быть готовым ко всему. Чё, как у вас там огород? Рассказывайте, как у кого. Кто-то занимался огородами, кто-то не занимался. Что за подстава, слышь? Не, ну. Я считаю, это полной ерундой, потому что так нельзя. Кто вот это вот делает, вот эти вот всякие подлянки, а? Я считаю, то, что это низко так поступать и делать такие подлянки. Вот. Пусть будет, не знаю, купите что-нибудь в магазине. Задание уже выполнил, ничего себе. Меню. Ну... Вот такая вот игра. Зомби цунами. Если кому-то понравилось, пишите в комментариях. Если кто-то хочет увидеть еще подобных игр, да, там, где надо бегать, там, где надо собирать монетки, все прокачивать и проходить, то пишите в комментариях, я обязательно сниму, если кому-то понравилось это все, да. Вот. А вот и все дела. Пишите в комментариях, как вам эта игрушка. Вы были на канале Game Demon. Я так и не собрал красных. Давайте соберем и будем заканчивать. Не забывайте то, что когда я соберу 1000 подписчиков, да, подписчиков, то я создам параллельно с этим новый канал, аккаунт, да, как хотите называйте, про свое лицо, ну там, да, про свою вот это вот все. И будет он таким не игровым, а, сказать, живым. Вот. Так что давайте наберем косарь и будем нормально уже продвигаться там, как хотим, так и будем вообще. У меня столько задумок уже, так что давайте начнем уже все вот это вот делать, а? Вот, и вам будет интересно, я уверен. И мне будет кайф. Это я точно уверен. Вот, так что, пожалуйста, нажмите на кнопочку вот эту вот красненькую подписаться. Ну и какая она сейчас там белая, неважно. Нажмите кнопочку подписаться. И все, и будет хорошо. Ставьте лайки и пишите комментарии. И тогда всем будет хорошо. И вам, и мне, и все.
Вот. Ненавижу эти машины, но что у нас за бонус? Вот именно что, цунами. Окей. А, кстати, неплохой сувенирчик, шапочка. Прикольно все выглядит. Нам осталось 15 штук до выполнения задачи с 300-нями. Так, я слежу за всем. Ну, почти за всем, да. Окей. Окей. Нам осталось буквально чуть-чуть. Буквально капелючечку. Буквально совсем. 6 нам осталось. Чуть-чуть, я говорю же. Осталось чуть-чуть. И 3. Осталось 3. В конце этой игры я получу 3. Мне надо всего 3. Дракон. Голова одна бегает. Ну ладно, не одна голова бегает. Ой, ёшки-матрёшки, ё-моё, ё-ё-ё. Нам надо всего лишь... Чё, серьезно, умираешь? Вот, нам надо всё, я выполнил задание ей. Представляете, я выполнил задание. Теперь можно умирать и узнавать, чё нам за это дадут. Или ничего не дадут, я не понял, подожди. Стоп, я же выполнил. А, вот. А я хочу здесь. Ее, монетные машины. И 200 монет. Окей, это хорошо. А тут, понял, ладно, все, не буду ничего тут тыкать. Короче, игра прикольная, мне понравилась. Как вам, пишите в комментариях. А на этом все. С вами был канал Game Demon. Всем всего хорошего. Всем пока.